центре Саратова задержали автоугонщика. Инцидент произошел 6 декабря днем. Внимание сотрудников экипажа ДПС, патрулирующих улицы города, привлекло грубое нарушение правил дорожного движения автолюбителям на ВАЗ-2115. Сотрудники ГАИ попытались остановить молодого человека, но водитель не выполнил их требования. Дорожные полицейские пустились в погоню. На пересечении улиц Московская и Вольская нарушитель был задержан. В ходе допроса выяснилось, что мужчина угнал отечественную машину. По словам представителей госавтоинспекции, в регионе участились случаи взломов и угонов автомобилей. Госавтоинспекция обращается к жителям Саратова, ко всем неравнодушным людям. Если вы видите во дворах какой-то бесхозный транспорт со следами взлома, разбитые стекла, сломанные двери, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции. Своевременное обращение в полицию существенно увеличивает шансы сотрудников на раскрытие преступления. Стоит отметить, что задержанный молодой человек ранее был судим несколько раз по разным уголовным статьям, в том числе и за угон автомобиля. Из мест лишения свободы мужчина освободился 3 месяца назад.